телефона. Посмотрим. Ты выйдешь, я посмотрю, как ты будешь ехать. Здорово, ребятушки. Как видно по этим запчастям, сегодня мы будем заниматься передней подвеской. Притулил я на днях бордюрчик, не сильно так, чуть-чуть, но этого хватило для того, чтобы погнуть рычаг нижний. Если вы помните в обзоре на свою машину, я говорил о том, что хочу клаптурбовские синие рычаги, но так как их не было в наличии, пришлось взять турботемовские зеленые. Вообще советую брать синие клаптурбовские рычаги, но у нас их не было, и поэтому пришлось взять именно вот эти зеленки турботемовские. Моя мечта сбылась, рычаги пришли. Просто надо было еще тогда немножко подождать, но вы же знаете, как это, когда горит, хочется побыстрее, чтобы машина выехала, уже покупаешь то, что есть. Поэтому, в принципе, то, что я притулил бордюр, это, конечно, не есть хорошо. Но мы только учимся. Я показываю те проблемы, которые есть на самом деле. Как я притулил бордюр? Выставил ее боком, вот так вот еду, там, 2-3 круга, 4. И думаю, еще один. И попутно с этим, понятное дело, радиус увеличивался, до бордюра уже было недалеко. Я видел, да, что там бордюр вот-вот-вот уже скоро. Но, понятное дело, когда я уже решил остановиться, было поздно. И, в принципе, там либо надо было боком полностью машину ставить. Но это, опять же, это все в миллисекунды, в доли секунды происходило. Либо выравнивает руль по касательной идти. Выбрал второй вариант, идти по касательной. И, получается, вот так вот наскочил на бордюр. Чуть-чуть там счесала диск, незначительно, резина целая, погнула рычаг нижний, это то, что 100%, я так заглядывал, там видно, что сильно большой излом, где ухо на оси крепления. Крены у машины очень большие, что морда такая, слабенькая в плане жесткости, что жопа. Жопой мы займемся чуть позже, сегодня речь идет о передней подвеске, поэтому ставим наперед Ультра СР, Каяба Ультра СР. Замена передних амортизаторов, покраска диска и развал. Обязательно развал, потому что выезжать без развала после установки новой передней подвески – это полнейшая чушь, поэтому развал мы по-любому будем сегодня делать. Тёме большое спасибо в помощи за покупку передних амортизаторов. Быстро все нашел по хорошей цене. Все как обычно, все прекрасно. Ну что, погнали всыпать это все в эту машину. А что всыпать? Ставить. Давай ставить, лучше скажи. Ставить. А что всыпать? Непонятно, что всыпать. Втыкать тоже. Втыкать, потому что это Жигули. Тут без молотка и без кувалды, без фунтировки. Ни хера вообще не получится. Полиуретан поставим, салимблоки, все как обычно, все по старой схеме. Я всегда ставлю именно вот такие полиуретановские, не вот эти желтые, которые там продаются. В принципе, все метизы, все новое так же само поставим, метизов еще нет, поедем купим, я имею в виду там оси, нижних рычагов, верхние болты, это все новое. Я всегда ставлю, поэтому, и вам советую. И, скорее всего, посмотрим, в каком там состоянии. Там все шаровые новые, наконечники все новые. Посмотрим, в каком они состоянии. Может, после удара там и тягу погнуло. Посмотрим это все.
И на них тоже установим, скорее всего. Ну, если, допустим, мы будем оставлять там старые шаровые, старые наконечники, то на них просто новые метизы будут. На шаровые болты с гайками. Ну, то есть просто сами метизы. Они комплектами продаются, белебеевские метизы, нормальные, то есть просто их поменяем. Укороченные сошки, которые тоже шли в комплекте, поставим тоже эти сошки. Сами рычаги выполнены, кстати, неплохо, сварные швы красивые. Соосность тоже хорошая, у турботемовских, кстати, еще когда они новые у меня лежали, в гараже просто до установки, я их вот так вот рядом ложил, там нижний с нижним, чуть-чуть они там, ну, чуть-чуть, отличались друг от друга. Тут я так сравнивал, они ну, ровные, нормальные. И у них идут свои вот эти вот крепления стабилизатора. Если на тех крепятся просто обычными яйцами, приворовскими, ну, кто десяточные ставит, кто приворовские, то тут свои. Тут свое крепление идет стабилизатора. Ну и так же, как и там, идет крепление нижнего амортизатора такое. Ну, в принципе, сейчас на всех рычагах идут такие крепления. Шиномонтажником приветули. Классная балансировка, мне вообще очень нравится. В принципе, все порядочно. Я пришел вообще-то тебе помочь. Ты тут без меня неделю будешь все это собирать. Что ты там смотришь? Да ничего, прицениваюсь, на сколько бабок ты тут приехал. Что, некуда было десятку потратить? В смысле? Лучше турбину новую купил. Где-то он на нормальной турбине катается, а ты на хламе на каком-то ездишь. Да что ты к этому деду прицепился? Это я прицепился? Ты забыл? Напомнить? Вспоминай давай. Посмотрим, ты выйдешь, я посмотрю, как ты будешь ехать. Хорошо, мы посмотрим однозначно. Ты понял меня или нет? Выпустил машину, новый турбомотор, в который ввалена куча баблища. Я бы никогда в жизни ее из гаража не выпустил с текущим маслом. И нету в масле масла в двигатель. А если бы мы вчера щуп не проверили? Вы же помните, что это вчера чисто по приколу мы его вытянули? Мы бы не лезли туда. Ну правда ж? Ну да, правда ж, дядя? Да, правда. Ну да, и после этого ж все и началось. Но я надеюсь, теперь расставлены все точки над «и», кто кого зацепил первый. Ладно, это все лирика. Хватит на нем зацикливаться, нам надо двигаться вперед. Вот это другое дело. Короче, рулишь мне сейчас два козла и инструменты, и надо приступать. У нас очень много работы, надо все сделать за сегодня. Слышишь, ну шо, вдвоем быстрее, согласен? Подколол, засчитано. Я тогда еду, сейчас отвожу диск на покраску, ты запрессовываешь салимблоки и меняешь сошки. Слышишь, дядя Рустам, ты тут духаря не включай, мы с тобой на равных. А, ну окей, хорошо, не вопрос. Тогда ты ж любишь, да, на этой корчелыге пикапской кататься? Вот тогда сам туда и езжай на ней. И чтоб когда я приеду, все уже было готово, понятно? Ты там что-то говорил про духариться? Ну ты не духарись и нормально разговаривай. Я смотрю, ты сегодня мастер подколов. Ладно, 2-0. Да ну нахер, я на этом не поеду. Давай свайпни. Но это уже совсем другое дело. Но все равно не хватает еще, да, какой-то изюминки. А вот теперь можно и ехать. Cause it's safe from my soul.
Финляндия, кто звонит. Да. Алло, Духарь. Ты ж не забудь там метизы купить. И не заставляй меня долго ждать. Да, хорошо, давай. Давай. Звонил, напомнил, чтоб я метизы все купил, заехал. Я и без тебя это помню. Кстати, ребят, ко мне обратился Вова. Попросил прорекламировать, так сказать, его канал. Поэтому поддержите, пожалуйста, его лайками, подпиской. Он потихонечку там строит свою восьмерку. Впереди будет у него много интересного всего. Поэтому поддерживаем, подписываемся. Вова, тебе привет. И от меня желаю тебе удачи. В общем, пока мы едем сейчас, смотрите его промо-ролик. Кому понравилось, подписывайтесь. Я думаю, ему будет очень приятно. Ссылочка на канал Вовы в описании. Ну вот вам, в принципе, и согнутый рычаг. Не знаю, видно там на камере или нет. Вот для сравнения. Вот как этот выгнула. Он тут и немножко треснул. Сайлент выскочил. Ну, короче, эти рычаги под замену. Кстати, в плане покраски эти покрашены так прикольно. Но рычаги такое на самом деле. Попробуем, конечно, как те. Те все хвалят, советуют. Посмотрим, как покажут себя те рычаги. В общем, вы увидели, да, насколько и как погнуто. Оно и вот так вот по оси видно, вот. И вот так. Рычагом вафелька. Шаровые, кстати, вообще нормальные такие, тугие. Ну, они новые, понятное дело. Ну, мало ли, я думал, мало ли, что-то могло с ними случиться. Все нормально. Ну и сошки. Вот турботемовские сошки, те, что у нас стоят. Вот клаптурбовские. Тут и металл потолще, и проваренные вот эти клаптурбовские мне больше нравятся. И, кстати, вот насчет бутерброда. Вы спрашивали. Вот такой бутерброд. То есть не на шайбочках, как некоторые тулят, длинный болт, куча шайбочек с метиза по 10 копеек вставляют. Ну, я не знаю, я не сильно сторонник таких действий. Я заказал такие бутеры, сделали. Поэтому я думаю, что такое намного безопаснее, чем те шайбочки, которые тулят некоторые. Но опять же, это дело лично каждого. Я делаю так, кто-то делает по-другому. A few moments later. Лян, сидит работничек. Ну шо, сколько можно вас ждать? Там у меня плохие новости. У тебя все готово? Да, все готово. Соленблоки запрессовал, кулаки собрал. Что за новости? Не факт, что сегодня диск будет готов. Пообещали либо сегодня вечером, либо завтра утром. Ну и что? В смысле, ну и шо? Да не бзди, сейчас найдем другие колеса. Ладно, окей. Короче, давай тогда начинаю собирать. А ты езжай за колесами, как раз и на пикапчике прокатнешься. Do.
Ну что, подвеску я закончил. Сейчас ждем колеса. И, в принципе, ставим, едем на развал. Пробуем, что у нас получилось. Пока он там ездит за колесами, я уже две стороны собрал. Ждем. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, как швейцарские часы. Получилось, все собрал. Да, базару ноль, четко, когда есть помощники. Один бы я намного дольше это все собирал. Но для этого я и приходил. Спасибо большое, в следующий раз, когда понадобится твоя помощь, я тебя позову. Но я надеюсь, колеса ты уже сможешь сам поставить и опустить машину. Я тогда погнал, удачи тебе. Скажем спасибо нашим друзьям за то, что выделили нам бокс для произведения ремонтных работ. Будем рады видеть у нас на СТО, где производятся любые виды работ, кроме рихтовочных и малярных. Ну и в качестве бонуса для моих подписчиков замена масла бесплатна. Поделил рулевой сгон, все сняли, и тягу сняли, все переставили как полагается, и сейчас все сделаем как должно быть. Плюсовое схождение 0,15 минут. Нет, там плюс 5. А, плюс 5. Плюс 5 на сторону. Продольный наклон это как? Разница между правым и левым практически идеальна. Точно так же и по развалу, понял?
Ну, это все красная зона, понятно. Ну, это короче, правда. 3 минут не хватило для идеала, прям 0-0. Это, ну, идеальный уже, как бы, это... Вообще, это даже не то, что это даже не принципиально, абсолютно. То есть, это такое. Смотри, я просто о чем говорю сразу. Да. Если руля надо будет подровнять. Да. Ты же распечатаешь, когда там телефончик, и будут вопросы. Но... Да. Вот, как есть положение. Вот это вот положение. А я переставлю потом на шлицо. Да. Главное, что я доволен тому, что рейку поделил правильно. Все получилось, да. Со звоном. До звона я легко переделал. Чуть-чуть, там буквально по полсантиметра на каждую сторону. Это, оно, бы, оно и так нормально. Но не, надо лучше, идеально. Да, лучше, надо было, идеально. Сделаю звон, и тогда приеду еще раз. Еще раз, мы подрепетируем сведение, и все будет вообще. Без проблем. Все, спасибо. Хорошо, развал мы сделали. На сегодня у нас, в принципе, все свои планы, которые мы строили, мы воплотили в жизнь. То есть все закончено, все как полагается. В общем, по развалу что у нас получилось? Минус 3 градуса, в принципе, на обоих колесах. Ну, на одном колесе на левом минус 2 градуса 59 минут, тут минус 3 градуса 2 минуты. Ну, то есть примерно одинаковые, 3 минуты разница. То есть это... мелочи, скажем так. По схождению получилось плюс 6 минут, и кастер у нас получился 7 градусов. В принципе, показатели отличные. То, что я хотел, то я и сделал. Я хотел минус 3 градуса развал, 5 минут я хотел схождение, и 8 градусов я хотел кастер. То есть, в принципе, то, что хотел, так и получилось. Все отлично. Не знаю, будет видно или нет, потому что отпечатано... Ну, не сильно четко, скажем. Ну, глазами это видно все хорошо, а на камере не знаю, будет видно или нет. То есть вот развал, левое колесо, правое. Вот схождение, левое, правое. И вот у нас кастер. Продольный наклон. Левый, правый, левое, правое колесо. То есть то, что хотели, так оно и есть. Кому надо развал, советую. Развал делает хорошо, ни одну машину уже там делал. То есть обращайтесь. Ребята хорошие, делают все без проблем. По амортам, что хочу сказать, машина совершенно по-другому стала себя вести. Меня это полностью устраивает. Конечно, она стала жестче, но реально мне нравится. То есть она в меру и жесткая, и комфортно ехать. То есть по сравнению с тем, что было, это просто небо и земля. По рычагам руль крутится легче, это факт. Ну, правда, мы же минус сделали, развал сделали. Ну, чуть-чуть получается плюса по сравнению с тем, что было. То есть, тогда у меня было минус 4 градуса, по-моему. Минус 4 или минус 4,5, сейчас минус 3. И то было, кстати, минимальное, что возможно было сделать на тех рычагах. То есть эти рычаги по факту реально можно вывести и в ноль. Поэтому я думаю, что эти рычаги оправданно считают лучше, чем те зеленки, которые у меня стояли. Но я их и хотел с самого начала, как я это уже неоднократно повторял. Хотелось бы сегодня, конечно, еще проехаться на Радугу, но сомневаюсь, что мы туда попадем, потому что Радуга перекрыта сверху дядями полицейскими. Доигрались, скажем так, теперь у нас той площадки нет. Ну, пока, по крайней мере. Как будет дальше, посмотрим. Поэтому протестировать не хочу сегодня ездить на парковках где-то там, на Амсторах, на метро и тому подобное. Хотел проехаться на Радуге, но сегодня этого не получится у нас сделать. Но я думаю, мы еще успеем, и на видео это все будет однозначно. Впереди нас ждет переделка задней подвески в плане жесткости. То есть там переделать по сути и нечего. А, ну единственное, что А-образный рычаг мы выкинем. Будем пробовать. Я не знаю, когда это будет по времени. Понятное дело, это все спрогнозировать очень тяжело. Но УАТа хочу попробовать, как я уже говорил, механизм. И буду что-то решать с задними амортизаторами. Буду менять задние амортизаторы. Пружины там стоят минус 70, меньше я их делать не буду. Пусть она задратая, да, как вы там пишете некоторые. Но
Это минус 70 пружин. То есть посмотрим, как оно будет себя вести с жесткими, жесткими амортизаторами. В принципе, на сегодня у нас все. План выполнен. Все отлично, все понравилось. До новых встреч. Пока. Кстати, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вам вообще вот сегодняшний метод съемки. Понравилось вам, не понравилось. Такой формат съемки, который был вот сегодня у нас. Очень интересно услышать ваше мнение. Понятное дело, я не делал упоры на то, как откручивать гайки, как их закручивать, потому что куча информации в интернете есть и так. Некоторые моменты, которые у меня, с которыми я столкнулся сегодня, я вам, в принципе, показал. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение. Все, теперь точно, уже пока.